Совсем скоро на телеканале ТВ-центр состоится премьера второго сезона сериала «Женщина с котом и детективом». Продолжение приключений Юлии Логиновой, стоматолога и теперь уже не начинающего писателя. Отношения с Денисом трещат по швам. Пресс-служба МВД хочет сделать следователя Потапова лицом городского СК. Представитель пресс-службы Привалова явно имеет на Дениса не только рабочие, но и личные планы. Это сильно влияет на поведение Дениса в общении с Юлей, и она всерьез задумывается над тем, чтобы в ее новых книгах Дениса как персонажа уже не было. Новые расследования позволяют Юле и Денису снова поработать вместе. К своим ролям вернутся Светлана Смирнова, Кацагаджиева, Кирилл Запорожский, Матвей Жизневский, Кира Кауфман, Галина Петрова и другие. Премьера второго сезона сериала «Женщина с котом и детективом» состоится уже 14 октября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.